Всем привет! И мы на аукционе битых автомобилей Копарт. Я сел в автомобиль, который, по всей видимости, сегодня не заведется. Да, одни клики. Ой, тяжело. Щелкает, но не заводится. Сегодня, я думаю, мы посмотрим машин 10-15. И какие именно машины будут просмотр, я еще пока не знаю. Пошли смотреть, что там есть. Сегодня для осмотра не лучшая погодка. Обещают, на самом деле, даже дождь. Но пока его нет, я буду спокойно ходить и рассматривать, какие автомобили предоставлены нашему вниманию. Какой красивый Шевроле, но думаю, он пойдет всего лишь на запчасти, потому что здесь раме будет у нас капец. Хотя на самом деле машина уже продана, пока что цены на нее нет, онлайн найти невозможно, но вот по этому номеру позже можно будет увидеть, за сколько же ее купили. Но кто-то купил. Следующий автомобиль. BMW. В Америке называется BMW, по-нашему это BMW. 2017 год, 2-литровый мотор, продано. Сколько продано? 3-4 дня назад продано за цену $8000. Из повреждений у нас 3 подушки. 4, да? Ну, она одна продольная. Состояние хорошенькое, прям вообще красивенькое. Если не считать переда. А перед — это 2 фары. Как вариант, что-то у нас тут вот сырамы, да, видите? И пошло, и поехало. Следующий, кажется, ну это старец, он вообще, наверное, за копейки ходит. Такие машины реально за копейки ходят. Ему уже лет под 10, и они дешевеют вообще каждый день. Этот автомобиль будет на аукционе через 9 дней. Пока что у него ставка $225, извини, машина у меня. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Ничего не стрельнуто. Ключик есть. Питание нет. Все остальное у нас целехонькое. Если не считать серьезных повреждений у переда. Недавно с подписчиками в Инстаграме обсуждали, какая одна из распространенных марок автомобилей в Америке. Это является Honda. Honda, Toyota, как правило. И вот у нас стоит Honda Civic. Все хорошо. Блин, почему-то у всех машин выняты ключи, и, скорее всего, я ни одну из машин сегодня вообще не заведу. В некоторых есть, но они не заводятся, а в которых ключей нет, они, скорее всего, заводятся. С повреждением машины, ну вот, бочина, получается, надо вот это вот чинить, бампер и фара. Все остальное вроде как целое. Аукцион на эту машину будет через 9 дней также. Цен на нее сейчас нет. Но я думаю, что она уйдет очень даже за недорого. Машина 2013 года, думаю, за 1000-2003 уйдет. Не дороже. Рыночная цена ее 11,5. Следующий тоже популярный автомобиль. Это Ford F-150. Это машина 2013 года. Из всех повреждений, смотрите. Только вот крыло отвалилось с капотом. Ну и бампер придется чуть-чуть подремонтировать, и все будет хорошо. А все остальное целое. Его, конечно же, опять я сейчас не заведу, потому что, скорее всего, ключа не будет. Ну, конечно. Салон, конечно, подубитый. F-150 в Америке — это больше такая... Ну, в половине случаев это рабочая модель машины. А так-то все... Блин, ну нормально, 13-й год. Рыночная цена этой машины 11 тысяч. Это если вы покупаете чистую, не битую машину. Слушайте, если бы я не копил на Tesla Cybertruck, я бы все с радостью купил вот такой автомобиль. Это Toyota 4Runner TRD. Из повреждений, смотрите, крыло, капот, нету фар, передний удар. Ну, скорее всего, в эту машину кто-то врезался. То есть вот эти вот болты можно скрутить, поставить новую рамку, а можно даже и не ставить, можно так и ставить. Но, конечно, нужно перекрепить фар. Из всего того, что... А, ну, вот эту вот штуку, зараза, кто-то стырил. Смотрите, какой салон внутри. Все чистенькое, все аккуратненькое. Вообще ничего... Вот к чему бы придраться, вот тут ничего нету. Все в коже. TRD. Это, по-моему... Это же, по-моему, максимально, что возможно. Смотрите, тут все... кнопочки, фигопочки. Помните, я вам рассказывал, что они иногда запчасти суют в салон, но в этом случае все, что осталось, это противотуманки, а все остальное нужно будет покупать. Но в любом случае, смотрите, подушки не стрельнуты, соответственно, машина была выключена, когда в нее врезались. И, блин, ну это вообще офигенная вещь, я бы купил себе, но я коплю на Теслу. И пробег у нее 32903. Кстати, если я вам пробег не говорю, каждый раз вот на этом стекле вот это вот указан пробег в милях. Так что уж смотрите. Кстати, смотрите, я не заметил, здесь стоит Bentley. Давайте-ка посмотрим. Ну, они, как я сказал, все без ключей. Наверное, здесь какая-то... Это другая парковка, не та, которая была в прошлый раз.
на предыдущей парковке там не переживает о том, что ключи в машине, а здесь, походу, переживает. Это ж машина дорого стоит, да? По-любому. Кто-то не закрыл окно. 38 463 мили пробега. Из повреждений у нас. Ну, ничего сильно серьезного, я бы сказал, да? Но я думаю, по запчастям здесь можно собрать на новый автомобиль. Это Bentley Continental GT V8. Рыночная цена такой машины 105 тысяч. Ее уже хотят купить. В общем, за нее уже сделали ставку в районе 24 тысяч. Аукцион на нее 30 января. Я никогда не сидел в Bentley. Но вот если сесть, то на самом деле, ну, в целом выглядит красиво. Вот это вот немножко выглядит дешево почему-то. Ну, по моему усмотрению, ну-ка. А, даже питания у нее нету, ничего себе. Тот автомобиль. Хочется же потискать, всегда хочется что-нибудь нажать. Пришло питание. У нее двигается вот эта штучка, да? Вот это красиво. Ну-ка, дай ремешок. И давайте, раз никто не сделал. Ой, я нажал клавишу, это, оказывается, багажник открыт. А как же поднять стекла? Вот так. Оно, походу, не работает. Ладно, я хотел сделать как лучше, чтобы машина не залила. Но что сделаешь? Решил посмотреть, как выглядит мультимедиа-система. Ну, для машины 16 года могли немножко бы сделать как-то, ну, посерьезнее. Даже в Honda, Toyota, по-моему, получше система. Ну, нет, такая же, наверное, в Toyota стоит. Единственное, что меня прикольнуло, обычно, знаете, вот эта вот клавиша, когда включаешь-выключаешь, она стоит на месте. А тут вот, как ты громко сделаешь, так она и поворачивается. Ну, как-то вот несерьезно. Не по фэншую. То есть для перфекционистов хотелось бы, чтобы все время так стояло. А оно так не становится. Ну вот что это такое? Ну, не, ладно, все. Выключаем, пошли смотреть дальше. Следующий лот. Автомобиль Audi A6 3.0 Turbo Quattro. Машина 2011 года. Она была вчера продана на аукционе, поэтому цена ее онлайн еще недоступна, за сколько она была продана. Но по этому номеру, да, помните, можно все найти. Пробег у нее 96 436 миль, что по-нашему где-то 160 тысяч. Из всех повреждений? Ну вот. Конечно, как вариант, если поискать фотографии, может быть, она была еще больше бита, это повторная ее перепродажа. И вот, ну, в общем, а в целом-то выглядит очень неплохо. На рынке она не битая. В хорошем состоянии этого года стоит $9000. Знаете, самое интересное, что для нашего народа, если я говорю цену, которая стоит на рынке, даже для стран СНГ это очень дешевая цена, если покупать небитую машину на рынке. Например, мой Mercedes сейчас стоит где-то в районе $11000-$12000, а у меня в Беларуси он стоит 1025. Вот к таким автомобилям у меня тоже слабость. Блин, Chevrolet Tahoe, вообще красавец. Полицейские ездят на таких. Может, поэтому у меня слабость, не знаю. Из повреждений у нас бампер, фара, капот. Ну, капот еще, ладно. И я думаю, что, ну, вот видите, повело. Получается, дверь у нас зазорчик здесь. Вне зазорчик. Ой. А, она не откроется, потому что там, наверное, крыло мешает, да? Да, мешает крыло. И уже многие здесь это пробовали сделать. Как вариант, конечно, из-за крыла все. Ну нет, тут будет проблема чуть с рамой. Это еще аукцион на эту машину. Блин, я же забыл, не закрывать. Аукцион на эту машину еще не было. Он будет в будущем. Из запчастей у нас там никакой фары не валяется. Дополнительно нет. Ну вот, а в целом-то машинка очень крутая. Мне нравится, она очень такая вместительная. Да и красивая. Шевроле вообще красивая машина делает. Так, не забудь закрыть все двери. Мы же не негодяи. И пошли смотреть другие машины. Блин, начинается моросит. Конечно, если сейчас сильнее все начнется, я убегу. Но пару машин-то точно сейчас покажу еще. Блин, впереди меня одна из тех машин, которые меня прям так просят взять на проект. Это Ford Mustang. И мне он нравится по шейпу. Шейп — это форма. Блин, я бы хотел, конечно, дойти до тебя, парень, вперед. Но там такое вот болото. Это вообще жесть. Ну как вот так можно поставить машину в болото? Как на нее смотреть? Вот как? Ах, походу, не судьба. Я даже не могу посмотреть номер лота. Чик-чик. О, можно встать, ничего себе. Лот у нас 59-67. 12 тысяч миль, и все. Но эта машина тоже дешевеет очень быстро. И в нее вкладывать нужно будет очень много. Поэтому, ну, посмотрели, хватит, пошли отсюда. Сейчас я еще замажусь здесь. Смотрите, стоит здесь хондочка такая. Вообще, ни капельки не уставшая. Повреждений у нее никаких нету. То есть она целая.
Единственное, что какой-то негодяй, который проверял ему эту машину, это не я, это реально был не я, он не закрыл капот, и его, ой, блин, ветром подняло. Не посмотрел, что здесь что этот шпиль есть. Теперь, конечно же, будет повреждение немножко, царапин, наверное, на стекле, хотя нет, в целом нормально. Ее продали вчера. Смотрите, на аукционе есть два вида аукциона. On approval и pure sale. On approval — это значит, что как только вы делаете бид, ставку на машину, так, как тебя открыть? Делаете ставку на машину, пока продавец не подтвердит, что за эту цену он готов продать машину, она не будет вам продана. То есть продавец — это либо иншуранс, либо другая любая организация, которая, в общем, ну, хочет эту продать машину. Даже я здесь могу продать свою машину, если я захочу. Pure sale — это когда, неважно, какую ставку вы сделали, машину вам отдадут за ту цену, за которую вы поставили. Я, конечно, люблю обычно ставить pure sale. В таком случае ты знаешь, что ты точно прям продал. Но на самом деле даже on approval чаще всего машину отдают. Но бывают ситуации, когда нет. Что я вам сейчас покажу за тачку, вы даже не представляете. Это же Mercedes. Представляете, на нем всего лишь 24 370 миль. Машина сейчас стоит на аукционе, она будет скоро продаваться, через 2 дня 8 минут, говорят. Рыночная цена этой машины, говорят, 29 998. Но я думаю, что 25 тысяч, не больше. Машина у нас 1968 года. Я помню еще, блин, в этом, в крокодиле такие были ручки. Из повреждений, написано, естественный износ. Коробка, автомат, ну, соответственно, конечно же. Смотрите, какой салончик. Вот это же, вот это же лепота, вот это лепота. Блин, вот это раритет. Ну-ка, не так сигнал, что ли, делать? Не нажимается. 68-й год, ребята, 68-й. В «Жигулях», по-моему, до сих пор не могут ничего придумать такого сильно. Ну, он не работает, наверное, аккумулятор сел. Блин, вот это вот красота, мне нравится. И приперся сюда с Калифорнии. Нормально. Блин, ну сидеть мне вообще бомбически, мне прям нравится. Я ему говорю, что, наверное, даже ничуть не хуже, чем в моем Мерсе. Комфортненько, хоть даже на пружинах, но прям вообще. Ах, красота. И закрывать его нужно точно так же, как в старые добрые времена. Так не подходит. Надо. Все, закрыт. Пошли дальше. Следующий автомобиль, Маздочка 2009 года. Из повреждений на ней это написано Dents and Scratches. Dents — это вмятины, scratches — это царапинки. Ну, в общем, тоже естественный износ. То есть в машине все работает, заводится, едет. А из повреждений всего лишь вот, ну вот. Вот, естественное все. В таком случае машина, наверное, где-то будет куплена на тысячи... Блин, ну полторы-две, я думаю, дешевле, чем на рынке. Максимум три. Хотя ее цена, наверное, будет сама по себе. Это машина 2009 года. Цена будет, наверное, в районе восьмерки-девятки. Ну и вот какой-то негодяй, кстати, вот поцарапал. То есть, если вы покупаете машину себе, а не на продажу, то я думаю, что это вообще... И если вы можете жить с этой царапиной и ничего не делать... то очень хороший вариант. Ой, давайте посмотрим. Написано, что поврежден перед. То есть вот, ну вот все, что написано, что на нем повреждено. Почему-то из него вытащили аккумулятор. Не знаю, боялись, что могут отсюда угнать машину. Хотя она стоит не так уж и дорого. Ну, по американским-то нормам-то. Есть пару царапин и все остальное. Ничего. Неинтересная машина. Пошли дальше. Некоторые спрашивают: Вова, нафиг ты ездишь, смотришь машины и показываешь их, если ты их не собираешься покупать? Ну, рано или поздно я собираюсь что-нибудь купить. Но я просто в одно и то же время ознакомлю вас с тем, что можно купить на рынке. Ну, не на рынке, а на аукционе битых автомобилей. И просто люблю посмотреть хорошие машины, прицениться. Но этот автомобиль 30 тысяч пробега. Я думаю, у него будет и больше. Скорее всего, очень его даже скоро купят, если его уже не купили. Но это не мой профиль.
слишком красная для меня. Потихонечку двигаюсь на выход. Это у нас Panamera 4, битая фара у нас. Она уже, эта машина продана. 41 750 из повреждений вот та фара. И вот задняя крышка багажника с тоже задним световым огнем. А, ну вот еще крышка багажника помята. Рыночная цена этого хорошего автомобиля, вернее, в хорошем состоянии, не битого, 72 тысячи. Эта машина была продана за 41 750 пару дней назад. В салончике все красиво, аккуратно. Ну, если не считать, что его нужно убирать. Кстати, задняя дверка, она не закрыта, потому что там лежат элементы пластика, только лишь поэтому. А так, кому-то, можно сказать, ну, не знаю, повезло, не повезло. Я, скорее всего, думаю, что они будут перепродавать. Что тут за баклажан моей тачки смотрит? Ну-ка, уходи. На самом деле, когда смотришь на этот салон, ну, в принципе, для машины за 70 тысяч, ты, ну, тут реально... Эти 70 тысяч здесь продуманы и вложены. Все аккуратненько, все красивенько. Как тебя тут открыть? Кстати, такой похоже, как на комарике. Бардачок. Документики, салфетки, если надо вытереться. Тут монитор. Тут тоже какой-то монитор. Ну, тут, я думаю, больше для кондиционера. Ну, тут все красиво. Все вот для пользователя аккуратненько и вот четко. Следующий автомобиль на аукционе — McLaren. Через полтора дня у нее будет аукцион. Из повреждений написано «перед». То есть здесь капот у нас. Ну, блин, рыночная цена этой машины 182 тысячи долларов. Я думаю, что за 1100-120 она точно должна уйти. Как говоря, ну, это точно буду не я, тот, кто ее купит. Машина, зазорчик здесь, конечно, будет здоров. Хотя, на самом деле, я вижу повреждения еще здесь. Двери, как вариант, заклеены, чтобы никто туда не лазил. Тот, кто там никогда не сидел. То есть мне пока что не судьба посидеть в McLaren, а так, в целом, блин, красивая машина. Но черную машину не люблю. Вот если бы она была беленькая... А, пошли. Пускай стоит красотка. Кто-то наш точно купит. Я эту машину вам показывал. В общем, это Acura 2017 года с 10 тысяч пробегами миль, на чуть меньше, 8900. Ушла с аукциона ровно за 52 тысячи долларов. Рыночная цена этой машины 120. То есть меньше, чем за полцены. И кто-то будет ее восстанавливать и продавать в хорошие руки. Видели, что написано? Не фотографировать и не снимать. На этом первая часть сегодняшнего видео подошла к концу. Сегодня вы прям как никогда счастливчики. У вас будет два видео. Я вам советую, настоятельно советую посмотреть следующее видео, которое выйдет через час-два. Если оно уже вышло, то здесь где-то будет карточка. И там я разыграю сувенир, который я где-то взял. А если не хотите, то просто, если вам понравилось это видео, Тише. Просто поставьте лайк под этим видео. Если хотите еще больше таких осмотров, пишите в комментарии, подписывайтесь, и вы обязательно их увидите. Все, пока, увидимся. Мне нравится она компактная. Мне нравится, она очень такая... Пока повреждение у машины написано естественное повреждение...